Однажды давным-давно инженеры завода Стелс обожрались неизвестных веществ. И они сделали вот такую классную раму 150 кросс. Очень легкую, очень интересную. Посмотрите, такие вот крепления под дисковый тормоз. То есть все круто. Собрали, правда, на вибрейках. И зачем-то они заколхозили рубашки и тросики вот таким вот образом. На какие-то непонятные винты, вот это мои уже винты стоят, а тут аж под звездочку. И, короче, все вот эти крепления поотваливались в неизвестном направлении. И, как обычно, мне повезло, что только у меня они есть в огромном количестве. Я специально целый пакет купил, 200 штук. Вот, то есть было вот крепление вот такое на защелках. Защелка теряется. И я все это закрепляю таким вот образом. Сейчас звездочку найду, переверну по-человечески. Вот, поставили для девушки вот такой вот вынос китайский с подъемом, который очень надежный. Я на 2-киловаттном футбайке этот вынос сломать не смог до сих пор. Теперь девушке будет сидеть удобно. Такой вот велосипедик. Здесь у нас переборка втулок, полное обслуживание, в общем, целый день работы. Но самое интересное, зачем делать внешнюю проводку на крепление под винты. Первый раз такое вижу, но креплением я закупился. Так что приезжайте, тоже можем вам сделать все, что угодно. Так, вчера в темноте не до конца я все показал. Подобрал вот с плоской шляпкой, чтобы красиво, завел рубашечки внутрь. Тормоза подвел, вообще все работает шикарно. Так что привет инженерам. Теперь велик будет гонять. Прям вот сейчас прокатился, вообще отличный накат. Шикарный накат, легкий велик. Очень классно для девушки будет. Такой вот Стелс 150 кросс. Вилочка работает. Но опять же, никто ее, конечно, не протирает. Вот. Следите, обслуживайте, мойте. Слишком много грязи. Слишком много грязи. Да, вот такие вот наросты. Периодически мойте велосипед, смазывайте цепь хотя бы там раз в полгода. И все будет хорошо, отлично работать.